Всем привет! С вами Яна Кабурзина. И Олег Кабаргин. Нет, Яна Кабурзина. И Олег Кабаргин, так-то лучше. Добрый вечер, дорогие друзья. Сомневаюсь, что сегодняшний вечер будет добрым. Яна, я сегодня видел, как по Ворошиловскому проходила группа зомби. Да и вообще весь город наводнен нечистой силой. Чего же они хотят? Наши души! Я думаю, все намного проще. Они хотят веселья на всю ночь. И поэтому вся нечисть города стекается в одно место под названием «Ночной клуб Тесла». Сегодня студенты многих вузов собрались здесь, чтобы отпраздновать уже ставший традиционным праздник Хэллоуин. А ты знаешь, откуда пошла традиция одевать на Хэллоуин костюмы? Нет. Ну, это очень древняя традиция. Сегодня настоящая нечистая сила входит среди нас. Но пока люди в костюмах, она принимает их за своих и не трогает. А если нет костюмов? Это нам предстоит узнать. Как подбирали костюмы? Просто первое, что в голову пришло, на самом деле. Решили просто сделать там что-то сами. Как вообще сегодня собираетесь отдыхать? Будете до конца? Планируем, да. Да, планируем до конца побыть. Что тебя так сегодня? Ты, наверное, по пробкам добирался через толпу. Да, на самом деле очень сложно было добраться сюда. Большая очередь. Но это того стоит, на самом деле. Очень весело. И просто вечеринка, просто отпад. Участники прекрасно показали себя в этом конкурсе. Они были зажигательны, потому что перед этим они, естественно, выпили Red Bull. Сегодня вы пришли в образах девушки военной, ковбой, стюардессы. Что сегодня вас объединяет? Хэллоуин! И как вечеринка? Супер! Чего ожидаете от сегодняшнего вечера? Море позитива. Эмоции. Да. Эмоции. Новые эмоции. Первый раз вместе, и у того очень отличный тандем получился. Вы, наверное, самое главное, поделитесь секретом успеха. Наверное, дело в цвете кроссовок? Конечно, цвет кроссовок. Ну и долгие тренировки. Ну что, друзья, я желаю вам только будущих побед, чтобы во всех конкурсах, в которых вы участвовали, обязательно побеждали. Спасибо большое. Как тебе вообще вечеринка? Планируешь уйти после выступления или остаться до конца? Я всегда остаюсь до конца, вне зависимости от того, устала я или нет. Я не могу покинуть танцпол, просто не могу. Вот, вообще очень классная вечеринка, движниковая такая. Все двигается, это очень классно. Публики много, вечеринка офигенная. Я думаю, народ еще подтянется. Уже, наверное, около 1000 человек и на входе ажиотаж. Вот. Просто респект организаторам, респект тем, кто это сделал. Ребят, ну вы такие большие, сильные, наверняка не боитесь никакой нечистой силы сегодня. Нет, конечно. Давайте всю силу на нас. Посмотрим, кто сильнее. Ты капитан команды? Да, я капитан команды. А как ваша команда называется? А вот написано Warriors, мы воины. Воины против темной силы. Яна, ты сегодня в костюме английской королевы? Да. Почему такой выбор? Ну, потому что она самая сильная, самое главное, победить все зло. Не нужен твой
твой голос, твой шепот, твой взгляд. Я так хочу повернуть время назад. Я все еще болен тобой. Совершенно не страшно, потому что нечисть веселая. Как вам вообще вечеринка? Вообще отлично. Я не думал, что столько будет студентов красиво одетых и таких страшных-страшных, но в хорошем смысле страшных. А почему вы без костюма? Ты знаешь, не успел. У нас просто вчера была большая вечеринка, и я просто не успел. Вечеринка удалась. По-моему, кто-то запомнит ее на всю жизнь. Да, Яна, запомнил. С вами были Олег Ковыргин и Яна Ковыргина. Для ЗГТУ ТВ. Ага.